Депутаты Гордумы приняли в первом чтении бюджет на 3 года. Единогласное решение принято на 40-й очередной сессии. Прогнозируется оптимистичный бюджет. Собственные доходы растут. За 3 года они составят порядка 8 миллиардов рублей. Дефицит бюджета снижается. Это порядка 370 миллионов рублей. Сумма менее 5% от собственных доходов. Структура расходов главного финансового документа сохраняет основные параметры и в первую очередь направлена на социальную сферу. Всего на сессии Гордумы рассмотрели 13 вопросов, касающихся самых разных сфер жизни города. Традиционно мы в ноябре, в декабре утверждаем, рассматриваем бюджет в первом и во втором чтениях. Сегодня мы рассматриваем бюджет в первом чтении, то есть утверждаем основные параметры бюджета, ее концепцию. Мы принимаем бюджет трехлетний, то есть мы сегодня будем рассматривать бюджет в первом чтении на 2018 год и на период 2019-2020 года.